Социальная сеть ВКонтакте является одним из самых популярных мессенджеров Российской Федерации. Штаб-квартира ВК находится в Санкт-Петербурге. В свое время на выбор названия сети оказали влияние два фактора. Во-первых, ее создатель Павел Дуров, который переосмыслил фразу «в полном контакте с информацией», которая была джинглом радиостанции «Эхо Москвы». Во-вторых, среди вариантов названия искали те, которые не будут ассоциировать сайт с определенными социальными категориями и классами. Для этого идеально подходило слово «контакт». В контексте вот этого основного проекта действует также и широкая международная сеть, которая называется «Экосистема ВК». И вот в рамках вот этой экосистемы мы уже видим целый ряд дополнительных возможностей, такие как платежный сервис, такие как подписки различного рода, доставки еды и целый ряд дополнительных возможностей, которые расширяют вот эту основную задачу. Но подчеркну, что все-таки основная задача ВК – это работа на информационном рынке, это работа с объемами информации. Летом 2011 года произошло по-настоящему неординарное событие. Павел Дуров приехал в московский офис Mail.ru Group для встречи с гендиректором Дмитрием Гришиным и обсуждения дальнейшей дружной жизни. Два человека, которые годами олицетворяли разные полюса отечественного интернета, говорили о закупке серверов, объединении даты-центров и прочих совместных проектах. До осуществления давней мечты Гришина о полной интеграции ВКонтакте в состав холдинга Mail.ru Group оставалось совсем немного. После этой встречи Павел Дуров решил отказать в сотрудничестве, но спустя какое-то время передумал, и с 16 сентября 2014 года единственным владельцем ВКонтакте стала Mail.ru Group. 2 декабря 2021 года СОГАЗ купил косвенную долю ВКонтакте у Мегафона, принадлежащего группе Алишера Усманова и его партнеров. В сообщении на сайте страховщика говорится, что совет директоров СОГАЗ одобрил 45-процентное участие в капитале акционерного общества МФ Технологии, контролирующего 57,3% голосов ВКонтакте. Председатель совета директоров СОГАЗа Алексей Миллер заявил журналистам, что компания рассматривает участие в капитале МФ Технологии как перспективную стратегическую инвестицию. Должны были быть предприняты меры для того, чтобы максимально приблизить это к состоянию контроля. Я вот ожидал, что это чуть раньше будет сделано, что Алишер Усманов чуть раньше передаст одной из приближенных к государству компаний соответствующие вот социальные возможности, цифровые технологические возможности, какими является ВКонтакте. Но это произошло сейчас. В сообщении USM подтверждается, что в результате сделки весь пакет акций в капитале ВК был продан группе СОГАЗ. Сумма сделки не раскрывается. Амир Ахтямов, Универньюз.